Тимур Родригес позиционируется как один из самых пластичных артистов на российской сцене. Но увидеть его потрясающую хореографию поклонникам удается крайне редко. В клипах Тимура мы, как правило, видим не танцы, а настоящие мини-фильмы с прицелом на Голливуд. На днях Родригес решил изменить себе и снял в Санкт-Петербурге по-настоящему танцевальный клип на песню «Стоп», которая войдет во второй альбом артиста «Новый мир». На этот раз зрители смогут во всей красе оценить пластические и вокальные способности артиста. Тимур обещает и дальше радовать поклонников и танцевать как можно чаще. Новое видео на песню «Стоп» совсем скоро. Смотри на телеканале РУ-ТВ.